наиболее ранним архаическим верованиям принято относить магию, анимизм, тотемизм и фетишизм. Каменные статуи с острова Пасхи, Моаи были сделаны из вулканического туфа. Это вулканическая горная порода, и центр изготовления статуи находился на самом острове Пасха. Собственно, статуи считаются идолами, которым поклонялись жители острова Пасхи. Они верили, что эти статуи олицетворяют в себе сверхъестественную силу предка клана. И накопление этой силы со временем дарует острову процветание, дождь и богатый урожай. Известной в современном мире является также мифология майя. Майя центральным божеством своим считали бога дождя. Фрагмент храма надписи, который вы можете видеть, он получил свое название от 617 иероглифов, которые изображены на стенах этого храма. Также этот храм посвящен царю Майя, Пакалю. Собственно, внутри находится его гробница. На стенах храма надписи изображено огромное количество женщин, которые держат на своих руках детей. И лица этих детей также сокрыты масками, которые олицетворяют бога дождя. Британский Стоунхендж является одним из наиболее загадочных сооружений мира. По легенде, он был построен по проекту Мерлина, служившего при дворе короля Артура. Ученые считают, что Стоунхендж являлся священным храмом друидов, которые служили жрецами у древних кельтов. Стоунхендж имеет правильную округлую форму, в его центре расположен священный алтарь. Также существует мнение о том, что Стоунхендж был памятником умершим, поскольку на его территории найдено несколько захоронений взрослых и детей, а также всевозможный погребальный инвентарь. Существует также версия, что Стоунхендж был ранее первобытной обсерваторией. Его месторасположение в Солсберийской равнине благоприятно для наблюдения за звездами, луной и солнцем.